уже традицией. Гостей на Учуке встречают плясками и угощают домашним квасом. Он сделан по старинным чувашским рецептам. Петр Кухтаманов уверяет, гостеприимство чувашского народа и в этом. Это обычай старый наш чувашский, поэтому мы сейчас тоже встречаем. Это настоящий, деревенский. Из хмеля делается. Угощайтесь, пожалуйста. На фестивале сегодня более 15 чувашских коллективов. Они из Лениногорска, Черемшан, Аксубаева и городов Закамья. Виталий Мельников со своим ансамблем «Зоренька» каждый год приезжает сюда из Самары. Этот праздник мы отмечаем особенно с душой, потому что это обрядовый праздник. Мы очень рады, что в Татарстане, Суркино, проводится такой прекрасный праздник. Через фестиваль показывают и сохраняют традиции малых народов, укрепляют межнациональное согласие. Мы затеяли этот фестиваль ровно 12 лет назад для того, чтобы показать, что мы очень открытые люди, что этот фестиваль называется фестивалем дружбы. На Учук принято приносить жертву быка. Слово «учук» означает жертвоприношение полю. Изюминка обряда – каша «уйтюк», которую варят женщины. Сейчас здесь готовят специальную кашу для обряда «уйтюк». Для этого необходим мясной бульон и несколько видов круп. Поэтому всех жителей фестиваль встречает запахом костра. 1/3 пшено, 1/3 гречка и 1/3 риса. Вот весь рецепт. Резали быка, сделали мясо. Бульон наварили, крупы помыли. Сейчас вот девушки варят кашу. Пока готовилась вкусная каша, гости пели, плясали и общались. Такой он, чувашский учук. Люза Хамидуллина, Ирик Хибибулин, ТНВ, Альметьевский район.